Олександр Максименко, експерт з туризму, відвідав усі цікаві куточки міста та області. Вітаємо вас, пане Олександре, у нашій ранковій студії. Всім привіт. Ми дуже часто на вашій сторінці у соцмережах бачили ваші коментарі про яскраві куточки нашого міста та області, ваші коментарі, ваші відгуки. І не змогли не запросити вас для того, щоб ви, як експерт, вже розказали, де ж можна відпочити на Миколаївщині нестандартно, які нові місцини з'явилися, або не нові, але давно забуті. І взагалі, що ж цікавого у нас є, тому що всі кажуть, ну що є на Миколаївщині, вже все давно забуте, вже все проїжджене, варто поїхати пошукати щось нового. Сьогодні разом з вами ми намагатимемось цей міф просто так закрити і сказати, ні, Миколаївщина є цікавою для туристів. Окей, я сьогодні з вами поділюсь своїми самими топовими сторісами в Інстаграм, на яких я підписан, да, і... Конечно же, самое, наверное, хит этого лета – это «Ракета» и «Кінбурнська коса». Просто повально заполнено этими фотками все соцсети, потому что уже, наверное, ничего проще компания «Нібулон» для нас не придумала. Это у моих друзей и знакомых все равно, что за хлебом сходить. Это метнуться на выходных на Кінбурнську косу. Это очень просто сделать, просто нужно зайти на сайт Нібулона, в раздел пассажирских перевозок, по телефону забронировать себе путешествие на судне на подводных крыльях, что само собой это уже диковинка и интересно. Ну и собственно это дорога в рай, потому что самое чистое море не только в Николаевской области, но и на всем юге Украины. И инфраструктурно там есть все. Для вашего отдыха можно на один день съездить утром туда, вечером назад, или же остаться в кемпинге, там же с палаткой на 2 дня выходных. А следующий очень важный момент появился в этом сезоне. Это устрицы Скифии. Павильон для дегустации устриц на Телегульском лимане. Тоже вот диковинка этого лета. Нужно успеть, чтобы стать первым, съездить, сделать шикарные фото с вином и с устрицами и сделать это раньше своих коллег по работе. Это такая у нас задача. Сейчас у всех стоит перед нами. Поэтому вот финишная прямая. Август месяц у вас есть такая возможность. Юля Пшеничная организовывает такие туры. Можно зайти в Facebook, найти и забронировать и поехать уже. На этих выходных еще можно успеть, в принципе. И отримать экзотичный відпочинок. Да, устрицы, которые, в принципе, выращивают и нас. Это наша украинская устрица. Ребята подготовили такой шикарный павильон для дегустации, проводят экскурсии. И это все без проблем организовано. Можно получить в одном туристическом продукте. Так, дальше, что это для вас? Трекинги. Такие пешие прогулки, которые наш главный хоббит нашей области Юрий Долганов проводит, организовал в этом году 2 шикарных маршрута. Это вдоль Гардового острова по Южному Бугу, шикарный живописный трек. И маршрут вдоль Бузького лимана, Ольвія, Вітряний парк. Да, поэтому тоже заходите в Facebook, ищите Юрія Долганова, подписывайтесь. А ось на трекінгу хочеться зупинитися. Ось для кого ви порекомендували трекінг, для якої аудиторії вікової, за статтю? В принципе, ввиду того, что у нас нет там серьезных походов в горы, да, поэтому путь практически прямой, поэтому, наверное, каждый может испытать себя, попробовать. Единственное, что вот погода, жарко, да, но в принципе никаких таких серьезных физических нагрузок и тяжелых маршрутов нет, поэтому каждый может попробовать, я думаю. Что у нас наступное? И дальше для любителей адреналина я бы посоветовал уже полюбившееся с прошлого года это троллей над Родоновым озером в селе Мегея, который организовали. тоже очень популярное, и все, кто даже, может, немножко боялся, есть возможность пересилить побороть себя, страх высоты, конечно, и ощутить невероятные эмоции. И тоже хотел обратить внимание на Wake Park Sunset, который в городе Николаеве, у нас на Спасской косе, на Намыве. Тоже очень прикольный современный вид досуга и тоже передает определенные эмоции, драйв и адреналин. Вот это вот те 5 таких мест, которых я бы вам посоветовал посетить в ближайшее время. Пане Олександре, а ось ви нам сказали, що ці місцини, ці хіти, так названі, ви обирали за вашими підписками в Інстаграмі, в інших соцмережах. А ось самі, що з цього ви вже дійсно відчули на собі, спробували? Я тоже, наверное, не отказываю себе в удовольствии съездить на Кінбурнську косу. Ну и, собственно, я... Точно так же у меня есть мое любимое село Актово и Актовские каньоны, которые я по виду деятельности и проекта, который реализовываю там, часто посещаю. Это, наверное, каньоны – это мое самое любимое и самое популярное для меня место этим летом, ну и уже на протяжении 5 лет любимое место. Поэтому также стоит не забывать и о наших старых, добрых, проверенных туристических маршрутах и отдыхах. Это побережье Черного моря, Рыбаковка, Коблева, Очаков тот же. Да? Не стоит забывать и о наших каньонах, в которые туристы к нам приезжают летом. Все так же активно и все так же интересуются, поэтому всем тоже советую. А ось щодо туристів, наскільки активно все ж таки приїжджають до Миколаївщини? І хотілося б від вас почути, сподіваємося, що дійсно з роками туристично Миколаївщина набуває все більшого престижу. Да, туристичний поток з кожним роком увеличивается, это бесспорно. У нас открываются новые гостиницы на побережье Черного моря, туристический поток увеличивается, и, конечно же, эта тенденция идет к развитию. Николаевщина все еще главным магнитом является море, поэтому летом с разных стран, со всей Украины съезжаются туристы, чтобы насладиться нашим Черным морем, нашим побережьем, нашими золотыми пляжами. Вот с этим, конечно, все в порядке. Тенденция идет к развитию. Ну и, собственно, вы видели, что и наши горожане, жители области становятся активными, сколько в этом году нашумевший фестиваль Змеев собрал людей. Народ хочет развлечений, народ хочет активно проводить свой досуг, поэтому, конечно, ездят, и запрос на туристические места Николаєва очень возрастает с каждым годом. Це дійсно радує, тому що дійсно можна подивитись на щось нове за межами рідної області, але хочеться, щоб і на рідній Миколаївщині були такі місця, щоб ми казали, не ми до вас підемо в гості, а чекаємо вас до себе. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії, поділилися топовими та хітовими дійсно туристичними місцями цього сезону, сезону літа 2018.